У Николая Баскова роман с актрисой и певицей Мариной Федункив. Скорее, love story. Love story для первого клипа артистки. По сюжету героиня приезжает в пансионат, где и знакомится с холостым блондином в шортах и сланцах. Завязывается курортный роман. Влюбленная парочка наслаждается не только друг другом, но и участвует во всех развлечениях курорта. Спортивные игры, синхронное плавание, танцевальные вечера. В общем, все в духе санаторного лечения. Кстати, помимо Николая Баскова, в клипе собран звездный состав артистов. Наташа Королева ради клипа стала тамадой. Анна Плетнева примерила на себе роль секси-инструктора по плаванию. А вот Айзе Анохиной достался образ стервозного администратора. И это далеко не весь актерский состав. В клипе также участвуют Тарзан, Николай Цискоридзе и Екатерина Скулкина. Марина Федункив серьезно подошла и к выбору режиссера клипа, пригласив свою близкую подругу Жанну Кадникову, известную по работе над сериалом «Реальные пацаны» и «Универ». Кстати, трек уже разлетелся по соцсетям. Совсем скоро мы увидим, чем же закончилась лав-стори Николая Баскова с Мариной Федункив. Релиз клипа назначен на первую половину июля.